Новокузнецк получил 18 новых трамваев. Это основная часть партии из 20 вагонов, контракт на которую заключили еще в прошлом году. Но из-за ковидных ограничений срок поставки пришлось перенести. Практически все вагоны уже вышли на линию. Более комфортное сиденье для водителя, да? Оно регулируется, оно с подлокотниками. Во-вторых, в принципе, все новое. Пульт, камеры, которых на старых вагонах не было, да? Водитель видит салон, все двери, что очень удобно. Пассажиры новые вагоны тоже должны оценить. Печки зимой, кондиционеры летом. Пропустить остановку практически невозможно. Бегущая строка работает, высвечивается следующая остановка. Эти вагоны – лимитированная серия. Особенность новокузнецких трамваев – 4 двери. Транспорт поступил в Новокузнецк в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Впрочем, новые трамваи требуют обновления инфраструктуры. Пути и контактную сеть ремонтируют и модернизируют. В этом году капитальный ремонт ждет улицу Ленина от... практически от Дворца Алюминщика до 30-го квартала, и если позволит финансирование, до стадиона регби. В этом году планируется строительство разворотного трамвайного кольца на вокзале, потому что обеспечить транспортную доступность до вокзала трамваем – это наша такая очень важная задача. Кроме того, планируется в этом году капитальный ремонт участка на левом берегу, на подъеме к мосту от левого берега. И есть еще пара мест, которые мы будем ремонтировать своими силами. Результаты развития электротранспорта уже налицо. Ежегодно пассажиропоток увеличивается в среднем на 1 000 000 человек.